Прозвенел последний звонок, единые государственные экзамены сданы. Для 11-классников наступил самый долгожданный момент – выпускной. 24 июня этот день настал и для учеников лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета. По словам выпускников, они будут очень скучать по родному лицею. Я очень благодарен лицею, что он подарил мне, во-первых, хорошее образование, во-вторых, много хороших друзей, действительно хороших, которых я встретил именно в лицее. Также спасибо огромное учителям, они действительно вложили в меня очень многое, научили меня думать. Скучать по тем людям, с которыми переживал многие радостные и даже бывают грустные моменты. Буду скучать по всем, кто находился в близости со мной в лицее во время моего обучения. Красочный концерт, поздравления и осознание того, что впереди их ждет судьбоносное событие – это поступление в вуз. Меня ждет, самая тяжелая пора, потому что экзамены прошли, а сейчас идет самое волнительное поступление в университет. Я очень сильно волнуюсь. Во-первых, выпускной. Последний раз, когда видишь данную школу и данных людей, которым привык за такое количество времени. А во-вторых, какая-то радость, то, что что-то новое тебя ожидает, но в то же время какая-то тоска. Такие довольно смешанные чувства, и тяжело определить что-то одно. Что касается экзаменов, то ученики лицея справились со всеми сложностями ЕГЭ. Всего в этом году из лицея имени Лобачевского выпустилось 117 учеников. Средний балл единого экзамена по математике – 71, по русскому – 82. В целом у нас 22 медалиста. За особые успехи в учении наши дети награждены будут медалями сегодня на нашем вечере выпускном. И 42 человека получат благодарственные письма от ректора Казанского федерального университета за особые достижения в олимпиадном движении и интеллектуальных конкурсах. Мы довольны выпуском. Это один из лучших выпусков нашего лицея. Но нам остается пожелать будущим студентам успехов в поступлении и достижении поставленных целей. Адиля Валеева, Ленардо Влетяров, Универньюз.